Ну что ж, и всем вновь привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Bloodborne, DLC-шку, Old Hunters, да, по-моему, так. Ну что ж, пойду попробую пробежаться. Чего-нибудь скажешь Ну, еще? Ага, окей. Так, бутылки нам восстановили, это плюс. Патроны есть, а вот то, что врагов тут дофига, это, конечно, да. А чё, почему один тут охотник-то стоит? Что-то я не понял. Как папка все сделал? Ну, ты там чё, долго будешь стоять? Выходь на бой. Подрывник. Так, надо все-таки решить, что делать. Пробежать мимо всего этого говна будет. Крайне сложно. Но не пробегать, а драться с ними, это очень долго. Так что я думаю, я побежал. Правда, меня зажмут. Если этот пулеметчик начнет стрелять, то... Так, тихо. Ребят, тихо-тихо. Я тут ушел все. О, мои душки. Мои душки, мои душки. Давай, пулеметчик, Ганс. Как тебе такой прием, а? О, это веселый парень. Ничего не вижу. Да ёб твою мать, ну что за дебил, а? Нельзя отскакивать во врага. Зачем я отскакиваю во врага? Ну ладно, души я поднял. Это значит, попытка будет номер два. А учитывая, что я пока только мост зачищаю, зарабатываю 12 тысяч, то это неплохой заработок. Так, что я не туда погнал. Но с этого придурка точно должен выпасть или амулет, или, ну, это, говнище, так что мне его убить надо. Плюс это какой-то проход дальше, так что, ну, у меня нет выбора. У меня нету выбора. У меня нету выбора. Сучка. Ёптики-моптики, погоди. Слушайте, да, конечно, все приятно. Fashion Souls. Хотя это не Fashion Souls, ну ладно. Я хочу посмотреть, как у меня будет. Где, вот они. Хочу посмотреть, как я в этой броне буду выживать, лучше или хуже. Ну, в смысле, урон как будет по мне проходить. Поэтому я один заходик сделаю в ней и посмотрю. По сути, она должна быть самой мощной, так что... А, инвалид. Хорошо, что восстановил здоровье. Так, ну второй раз может не получиться так хорошо пробежать, так что я думаю... У меня есть проблема. Тики-токи, тики-токи, тики-токи. Ублюдочные, говняные, жирные. Но они тут не полезут. Не пролезут же, да, не пролезут. Надо его сюда выманивать, потому что... А, нет, я не могу его выманивать сюда, потому что... Так, мои души...
Погоди, мужик. Погоди, погоди, погоди. Да умотал ты меня, ну бесишь. Парируйся, а. Давай по стариночке, давай. Уходи, уходи, блинский, ну ёбаный ты. Как настоебенил этот пулемет просто. Я не знаю. Я не знаю, насколько меня еще хватит, но мост я устал зачищать уже. Развлекаюсь как могу. НГ плюс, че уж там весело, да, конечно. А сильно ли мне помогает эта броня? Меня вообще бесит Bloodborne, почему в ней нельзя затачивать броню? Это я понимаю, что вообще не броня, но блин. Раньше всегда затачивали. Чё началось-то? Сейчас мне в жопу стрелять начну, смотрите. Ая! Ну давай, говно. Я понял. Я понял. Нету смысла. Заниматься пытанием сделать бэкстеп этому ублюдку. Надо просто лупить. Итак. Конечно же, прятаться за камнем. Как тебе, ублюдок, нравится? О, я вижу, как тебе нравится. О, да. Мечта твоя, да? Получать вот такой вот. О, да. Музыка для моих ушей. Пулеметик добыли. Теперь можно и посмотреть, что мы тут имеем. Тройной кусок кровавик. Это хорошо, это хорошо. Ну, конечно. Рот закрой. Ку-ку. О, нет, да ты шутишь. Мать ваша. Хорошо, что я на тебе натренировался в грёбаных... Как они там называются? Лабиринты, да. Только вот проблема в том, что я давно не играл и ни хрена не помню. Знаешь, просто надо долбить, пока ядом не начало заряжаться. Ну, вроде я неплох, да? Как бы не совсем посос. Длань амигдалы. Интересно, оружие это или...
Предмет, за который можно купить оружие. Ну, видимо, это оружие. Гремучего молота у меня тоже не было. А, ну это с того. Так, вот, длань амигдалы. Рука великого амигдала небольших размеров. Строго говоря, длань амигдалы нельзя считать хитрым оружием, но некоторые безумцы используют их вместо дубинок. Длань амигдал напоминает массивную костяную палицу, но если ее раздвинуть, она начинает дрожать, как если бы до сих пор являлась частью живого существа. Окей. Я потом буду смотреть, как вообще бьют эти оружия. Ну, как бы вот как бьет вот это, я представляю, как это цепь, а вот. Хитрое оружие старых охотников, изготовленное еретиками мастерской пороховыми бочонками. Еретиками мастерской пороховыми бочонками, что ли? Огромный молот, снабженный крошечной домной, если ее разжечь, она испускает языки пламени и взрывается при каждом ударе. Гремучий молот ломает чудищем ребра, а потом сжигает их плоть. Его грубая простота пришлась по вкусу охотникам, питавшим к своей добыче особенно сильную ненависть. Или ненависть, или ненависть. Отпусти меня, игра. Там, по-моему, еще был какой-то путь. Если они... Не, они не соединены. Или соединены? Соединены? Да. Окей. Неплохая пещера, я скажу. Да, да. Весело было, весело. А теперь пробеги еще раз все то же самое. Ну, я думаю, я не пробегу, но я сделаю свой труп поближе к фонарю, и это уже будет хорошо. Отцепитесь, дебилы. Плюс у меня есть одно дельце. Дауны. Что вы там охраняете, жирные твари? Спасибо. Да, ладно. Все, я решил проблему. Иди отсюда, жирный. На-на-на-на-на. О, привет, пес. Какой ты быстрый. Хорошо. Если мне тут на голову никто не спрыгнет, я уже буду счастлив. Потому что... Че-то у меня чувство, что Bloodborne любит сбрасывать всякое говно на голову. Ворона. Я подумал, что-то новенькое. Вот мне нравились вороны с... Ёб твою мать, пес. Ворона с телом собаки или собаки с головой вороны. Весело же было. О, привет. Фейерверки у тебя, а не пушка, я думаю. Дай покой, а. А я с факелом. А ты нет. Пока. Ой, что-то у меня бутылок-то мало. О, спасибо. Услышал, молодцом. Мы охотники помогаем друг другу. А это эти ребята, помните, которые... мясной человечек, когда такой шарик был и из трупов.
Веселый босс был. Помнится, я его зарашил. Просто долбил по-быстрому, он умер по-быстрому. Ну, видите, видите, видите? Я ж говорил, на голову всякое говно сбрасываю постоянно. Ай, камешки, дайте бутылочку. Бутылочку, бутылочку, чего-нибудь покрепче. Так, как взять это говно? Надо по балкому забраться. Ничего так, ничего. Так, все понятно. Хитро спрятанный предмет. Так, это лестница или не лестница? Хрен ее просышь. Ну, вроде на этом каменном говне ничего нету, так что я думаю... Стоп. Это новое место. Тогда спрыгнем, посмотрим. Ну, конечно, конечно. Здрасте, здрасте. Ай-яй! Эй! Удар? Ни хрена себе удар. Ну, кстати, с него что-то упадет. Блин, а я-то думал... А вот, да, паразит, я так и думал. Потому что у него очень много здоровья. Сайф охотника на чудовищ. Тоже какое-то новое оружие. Давайте посмотрим. Раз уж... На нас пока никто не нападает. Сайф. Хитрое оружие старых охотников. Изгиб первого клинка скрывает от глаз второй, спрятанный внутри. В своей обычной форме сайф напоминает длинный изогнутый меч, но при трансформации его можно сложить, чтобы нанести противнику ряд неожиданных колющих выпадов. Подобное оружие позволяет владельцу использовать его в самых различных ситуациях, однако постепенно на смену сайфам пришли пилы и другие клинки. Ну, очень по картинке похоже, я так подумал. Что-то напоминает пилу. Кто-то дышит. Ну, пусть дышит, пусть дышит. Как бы я не против, чтобы они еще немножко подышали перед смертью. Так... Иду по козырьку шапки, хотя она кривая, но всяко получается. Ну вот. Целое одеяние констебля собрал, поэтому можно найти его в инвентаре и почитать. Констебль. Констебль. Ну, блин, бесит. Так много предметов. Давным-давно... О, кстати, это тот самый костюм этого чувака с кастрюлей на голове. Давным-давно отряд констеблей из другого города преследовал бежавшее в Ернам чудище. Это одежда, которую они носили. Чудовище убило всех констеблей, кроме одного, который в конце концов обратился и сожрал зверя. Эту байку любят повторять коренные жители Ернама, которым по душе любые истории о самонадеянных чужаках... дорого поплатившихся за свое невежество. Такие рассказы делают их кровь еще вкуснее. Наверное, и правда сожрал. Бешеный. Блин, мне уже на два левела хватает, наверное.
Ну, почти, наверное. Или правда хватает. Красивенько, однако. Как-то красивая разруха. Когда же кончится это кровавое месиво? Ну. Оу. Жирный, жирный. Поезд пассажирный. Блин, эти взрывы будут мне столько урона наносить, что вы и не представляете. Не, ребята, не. Все, конечно, здорово, но... Не хочу я с ними драться. О, я помню это место. О. Видите, умер бы и не дошел бы до этого милого фонарика. Так, ну я сюда не хочу на самом деле идти. Я хочу пойти туда. Если он у меня сейчас стрельнет, будет плохо. Что за стук? Кто стучит? Прекрати. Прекрати! Хипыть. Идиот. Вот, хорошо. Так, 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 так. Ты кто такой? Это бабка? Значит, я возле деревни. Красота. Вороны. Что-то подозрительно, что-то подозрительно. Слишком, слишком похоже на босса. А лучше тогда пойду к фонарю. Ну, с другой стороны, смотрите, как удобно. До босса можно добежать вообще спокойнейше. Вот между ними ничего там нету. Я, кстати, проверю, смогу ли я ему бэкстеп сделать. О, красота. Красава. Ртутные пули. Пожалуйста, добей его. Ух, даже восстановил здоровье. Ах, неплохо. Со спины они отдаются лучше. На проходик-то есть. Сейчас на какого-нибудь охотника опять нарвусь. Ага. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Опять весь в крови измазался. Конечно, не бесит своим этим говном, а?
Приходишь чистенький, весь в крови, приходишь. Я думаю, тут смазать еще на 50 тысяч крови. Пойду смотреть. Ага. Нет, это обманка. Призвать Генриетту? Нет, спасибо. Спасибо, не надо. Ну вот и привет, да? Обманул. Ха-ха-ха! О, это с паразитом. Да-да-да. Да. Мне кажется, когда убиваешь чувака с паразитом, тогда этот фантом исчезает из этого мира. Это замечательно. Потому что им тут вообще не место. Так, что-то тут не так. Если я сюда спрыгиваю, то все. Мы на дне морском. Так, кто там сидит? Два ронки? Хорошо. Так, регенем здоровится. Зажимаем. Отлично. Тихо, ворон. В этой же игре вроде есть какая-то херня, типа вернуться в сон охотника. Хотя, наверное, у меня сразу заберут все души. Знаете, вот в Dark Souls хорошо, там косточка возвращения, все нормально. Ну, тоже что-то такое есть, но... Привет, личинка. Кто это? Может, это кукла? Непонятно. Ну да ладно. Может, тебя ударить? Давай я тебя ударю. Сейчас. Сейчас. Ударю. Сейчас как ударю. Не? Ладненько. Я круг сделал. И нашел пилу-вертушку. Как хорошо, что я не возвращался в сон охотника. Никаких врагов. Спокойно добегу до фонарика. И потрачу душу. Ну, а потом уже можно и к боссу отправляться. Потому что он там явно есть. Эх, веселая DLC. Такое разнообразненькое. Даже новых врагов закинули. Ну, конечно, ворон слишком много, я еще не могу. Давай, давай, давай. Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Да, чё качнуть-то? Вот в чем вопрос. Ну, немножко урон повысится. Хорошо, но... Ну, хорошо, хорошо. Сколько там? 135 тысяч надо. Сейчас что-нибудь придумаем. Да не... Да, что ты делаешь? Что ты начинаешь? Так, ладно. Так, так, так. Где у меня эти запасы? Так, сколько это дает? Маловато.
Ну, почти. Еще одну бомбануть, и все получится. Welcome home. What is it? Very well, let me... Farewell, may you... А через что я должен туда отправляться? Так, ну это все чаша. Чаши, 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 чаши. Чаши, чаши. Это что ли? Ага. Ага. Ну давай. Я посмотрю на босса. Если смогу его залупить просто в углу, будет замечательно. А если нет, то... О, нас ждет много веселых... Надеюсь, не часов, но минут так точно. Так, здоровики ожили, ожили, конечно. Бабку трогать не буду, хрен с ней. Ну, вперед с Богом, же, ага. Разработчики-то веселые на выдумку, ребята. Ну пока в одни ворота, походу, да? Походу, да. А можно я встану там или что-нибудь? Хорош! Хорош! Есть, конечно, хитрый способ призвать фантома, который там недалеко тусуется. Но это пока рано. Все-таки первый босс DLC. Я слышал, что боссы тут жопы разрывающие, но пока не ощутил до конца. Сейчас еще посмотрим. Там и решим. Эх, мои любимые стены тумана. Поехали. Людвиг! Людвиг! Здоровья не хватит так. А
На самом деле, смешной босс. Такой смешной, что прям... Ну я понял, главное просто прыгать вперед, когда он делает атаку. Все будет нормально. А если он пускает магию, то надо залезть под жопку. Видите? Жопка — страшное место. Любой босс переживает за свою жопку, потому что она у них вечно проблематичная. Не надо. Только не вторая стадия. Как меня этот меч достал? Он, по-моему, во втором Dark Souls был. Еще где-то был. Тут он. Просто этот лунный меч. В гробу я видел ваш... Лунный меч. Давай без фанатизма. Интересно. Интересный ты босс. Дай встать. А было-то хорошо. А было-то хорошо. Ну ладно, я понял. Я понял. Пососный он, в общем. Есть у него парочка фишек. Несколько веселых атак, но так-то... Рашится. Так. Может, огненной бумажкой его попробовать? Оно у меня этой огненной бумаги много, я просто не хочу тратить на плетку, на трость, точнее, этот. Патроны, может, они мне пригодятся еще. Бумажкой можно попробовать его задуплить. Оп. Бабка стрёмная. Тихо, тихо. Да ладно, ну вот это вот временами. Как попадешь на атаке, так и все. Ну что ж, поделаешь. Бывает. Бегать бесит. Тунь. И вновь вбегаю.
опять бабка до меня докопается. У меня очень хороший реген выносливости, вот это что радует. Ну давай еще раз. Не очень хорошо сейчас получается, но... Да ты бесишь, сыкло, иди сюда. А если я буду отскакивать, а? Ах ты говнюк, ты еще и жрешь, а? Сейчас умру. Пока еще нет. Я тут пытаюсь найти свою магию, потому что она сильнее бьет явно. Ой, пошел подсрач. Где он? Че это было? Это была камбуха, я понял. Камбуха. Ей! Люблю камбухи. Кстати, загрузки вроде стали все-таки быстрее в Bloodborne. Ну, я помню, когда она только вышла, по минуте загрузки, это было весело. Можно было в другую игру на фоне успеть поиграть, пока загрузится. Ну вперед, 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 животное. Да. Да хорошо получается, чё. Чё-то он разошелся, знаете, чем. Чем дольше пытаешься убить босса, тем он становится более диким. И тут я не шучу, к сожалению. Так, какая-то проблема, какая-то проблема. Что это за блядская атака, ну? Куда он исчезает? Куда? Наверх, под низ? Я не знаю, я не понимаю. Я даже не понимаю, откуда он появляется. Сверху, снизу. Просто появляется, и ты умираешь. Ты уже валяешься там где-то в предсмертном хрипе. Как же это просто было бы без НГ+. Просто не представляю даже. Я с первого раза пришел бы, задолбил. О, отлично, отлично, отличный босс, отличная ДЛЦ. Люблю.
Ну, по старинке. Прыжок, удар-удар. Отскок. Я получаю фаху. Ты что-то тут пытаешься мутить. Я не знаю, что делать, потому что он неправильные атаки делает. Я полечу, пожалуй, еще. Камбуха пошла. Еще одна. Еще одна. А сейчас ты прыганешь как-нибудь весело. Да. Пролагивает все так весело. Обожаю. А чё нам? А чё нам вообще? Охрененно. Вот это было нормально. Бесконечная конча в рожу. Нормально. Просто отлично. С выдумкой как. Пулеметиком. Там уже один пулемет встречал, у меня проблемы с пулеметами. Эх, благо бутылок у меня, наверное, дофига. Я понимаю, что уворачиваться не вариант. В моем случае, когда я уворачиваюсь, я просто тяну время, и все равно рано или поздно сделаю ошибку и умру. Потому что у него слишком атаки резкие. Поэтому мне просто надо успеть. Так, опять? Опять та же самая атака. Я опять под нее попал. И теперь я опять попал. И теперь опять, потому что надо полечиться же прям под ним. Конечно. Знаешь, пошел нахер. Ой, как тебе больно, да? А я знаю, Я немножко теперь... Да ладно, подожди. Расстроен, что у меня трость такая короткая. Все-таки по длине она была бы лучше. Да дай ты покоя, ну блин, давайте плюнешь и мы умрем, да? До сих пор не могу понять, по какой... Да и не пойму, потому что ничего не вижу. О, нормально. Нормально. А, как... Ничего не видеть в этой игре, это нормально. Ведь зачем нам что-то видеть? Через секунду ты все равно сдохнешь, потому что ты же встать не сможешь. Так, я надеялся за час его убить. У нас есть 10 минут. Постараемся. Потому что я не собираюсь заканчивать это видео, пока не наступит или мой конец, или его. Но я чувствую, что не умру так быстро. Так что, думаю, все у нас получится. И по старой схеме 1-2 удара, ты отворачиваешься, бьешь головой. Нет, не головой. Ну, а вот теперь головой, да?
Как ты меня вымораживаешь, а? Резкий, как понос. И то понос, и то дает время подумать. Не понимаю, с чего он там падает временами, ну типа... Я начал с выдумкой его бить немножко. Ну вот и где он сейчас? Ага. Время поноса. Я еще жив. Это ненадолго. Какой веселый бой, не правда ли? Мне тоже нравится. Особенно, когда я опять ни хрена не пишу. Мог не подпрыгивать. Все это было напрасно. Е-хе-хе, хорошо, что душу потратил на уровне, правда, не особо мне это помогает. Медленно бегу, потому что нос чешу, а это значит, что папка меня сейчас догонит. Ну так, в довесок ко всему хорошему. Я слышал, как она там бежит. Да-да-да. У тебя проблемы жирные. Знаешь почему? Я тебе расскажу. Потому что у меня теперь проблемы. Красава. Так, я не знаю, что он мутит, но я бегу сюда, хотя бы... Да срань господня. Блять. Ёбаный скакун, а? Я уж там изо всех сил изворачивался, чтобы не попасть под его атаки, ну. От всего не увернешься. Да, не знаю даже. Забавно, конечно, все это, но... Доколе мы будем это терпеть? Может, хватит? Пусть какая-то хитрая, так, если вот чисто вперед под него
делать рывок, то можно вообще под ногами у него проскользнуть. Но, блин, это шанс иногда получается, иногда нет. Иногда он там... Вот, видите, видите, почти под ногу. Вот сейчас он назад отскочил. Вот. Видите, сейчас у него ноги высоко стоят, и хрен подскочишь. Да ты заёб меня своей этой атакой, просто мудак. Просто мудак. Пошел в жопу, козёл. Чей нос чешется? Это, короче, к этим, к звездюлям, ну, как бы... Наполучался, наполучался. Хороший удар. Коняшечкой. Не, беги, 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 ускорение. Здесь с динозавром. А, весело. А сейчас мы падаем, да? Слушай, ты смешной герой. Нот. Вы скажете, первые разы было так? Не было так. А теперь? Он постоянно спамит эту свою атаку пробежкой. Кстати, почему-то в первый раз у меня получалось от нее вернуться. Теперь она просто летит метко-метко прямо в меня. И... Ну, хотя бы от этого воздушного аирдропа я научился уворачивать. Просто надо бежать в любую сторону на ускорение, и тогда ты не получишь этот удар. Но вот... Ну вот с этим вот ударом, который типа луч пускает, он тоже очень хороший, если быть в правильном месте в тот момент, тогда да. Но так... Ой-ой-ой-ой-ой, какая параша. Ну сейчас опять прыжок его любимый, ага. Теперь головой? Нет, конечно, нет. Надо посильнее удары делать, правда, большевик? Почему я его называю большевиком? Просто большой, ничего не думайте. Слушай, а может мы с тобой попробуем такую тактику? Просто таким ударом я буду часто попадать. Ах ты хрен. Ах ты хрен, подожди. Я зря к нему подлетаю, короче. Надо что-то думать. Бежим. То сейчас будет аирдроп. Опа. А у него есть 3 болевых точки. Это хорошо. А вот это я делаю зря. Ну и классно. Мне пол здоровья ему вынести. Я хочу хотя бы до второй формы добраться. Он еще как-то заворачивает так весело. По-умному, да? То есть он не в перила врезается, а такой щух, завернул. Нормально, нормально. Ой, блин. Есть проблема, если я вызову НПЦ.
этого ублюдка будет в два раза больше хп. С другой стороны, он не будет так постоянно лететь именно на меня. Поэтому как это двойная дилемма прям. Что это мы делаем? Срака в огне, срака в огне. Что мы тут делаем? Что мы тут делаем? О, бежим, бежим. О, не убежали. О, не получается убежать. Что-то совсем, что-то совсем. О, давай по ногам по этим самым. Есть, отлично. У меня есть подозрение, когда ему... Ёп, твою мать. Когда ему ноги ломаешь, он... Медленнее бегает. Или вообще не бегает. Получи по своей хитрой роже. Ну ёб твою ж ты мать, а. Ну, сейчас он меня убьет. Смотрите. Нет, еще нет. Но у меня 7 бутылок. А это пахнет пососом. Завали. Завали. Отлично. О, я такого еще удара даже не видел. Стой ты уж, а. Ух, какое добивание, сучка. Yes. Фух ты, блядь. Питер. Как называлось это говно, что он дал? Чё? Нету его, что ли? Чё-то он мне дал, чё-то он мне дал. Чё? Ладно, короче, мне вообще посрать. Возвращаемся в Сунохотник. Ложил я все. Часть
заканчиваем. О, етить. Под победы. А мне просто повезло на самом деле. Но я говорю, что вторую форму победить легче, там уворачиваться от этого меча намного проще, чем от этих диких атак. Фух. Хотел бы я левел прокачать, но не получится. Придется накупить говнище. На всякий случай, а то мало ли там уже мало. Я вообще не в курсе, сколько там. Ладно, давайте продолжим в следующей части. Мне нужно немножко перевести дух и нон-стопчиком продолжим. Так что увидимся в следующей части. Всем спасибо за просмотр и пока.